В Твери области к штатной работе возвращаются круглосуточные стационары больниц, которые ранее были переоборудованы под инфекционные госпитали для лечения пациентов с COVID-19. Возобновляет работу ЦРБ в Конакове, Зубцове, Нелидово, а также первичное сосудистое отделение городской больницы номер 6 в Твери. На следующем этапе планируется открыть лечебно-реабилитационный центр и отдельные корпуса детской ОКБ. Помимо этого, вернется к привычному режиму работы травматологический корпус больницы номер 1 в Твери и главный корпус 6-й больницы. Затем в штатном режиме начнут принимать пациентов в поликлинике и гематологическом корпусе областной клинической больницы. Правительство Тверской области сообщает, что при этом все равно остаются зарезервированными 776 коек. Они могут понадобиться для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.